Сынок родной, я знала, что ты можешь остаться совсем один. Поэтому испортила вашу с отцом игрушку. Не сердись, пожалуйста, на меня. Всегда любящая тебя мама. Храни тебя Бог. Догоняй ее, догоняй. Стой! Не беги слишком быстро, красавица. Какая хорошенькая, сейчас мы тебя поймаем. Помогите! Фарух, не напари на меня. Не ври, ты сама к нам пришла. Сволочи. Не трогайте сестру. Ты кто такой, придурок? Не трогайте сестру, я убью вас. Эй, мальчишка, закрой свой рот. Я убью вас. Ты убил его. Он меня ножом пырнул. Надо уходить отсюда. Уходим, уходим отсюда. Взять 100 кило. За 50 деньги с собой. Остальное через неделю. 100 кило. Я дам 500 за полцены. Деньги вернешь через месяц. Тогда же дам еще тонну. И еще в два раза дешевле. Надо подумать. Нечего думать. Мне нужны люди, которые много продают. Расширяй сеть. Продавай там, где сможешь. У меня высококлассный товар. Это она? Да. Жена бывшего офицера. Недавно с ним развелась. Ищет себе приключения. Клиент готов. Первые 10 доз бесплатно, потом познакомишь со мной. И приведи еще подругу, а то ничего не получишь, поняла? Да. Поняла? Конечно, Вадик, конечно. И аккуратнее, он чистый. Мешают менты, я дам денег, ты им заплатишь.
Конкуренты. Мы сами их уберем. Мне нужен объем. И не 100 кило, а 100 тонн. Чтобы завалить всю эту страну. Ты меня понял? Я не хочу никуда идти. Я хочу только к нему. Этот Макаров со своими принципами бросил меня. А я его люблю. Я не могу. Я его так люблю. Сейчас все будет хорошо. Я хочу только к нему. Сын сам был виноват. Он первым ударил ножом моего племянника. И, кстати, твоя дочь тоже была виновата. Ей надо было закрывать лицо. А так она показалась моим ребятам очень привлекательной. И хотела ввести в грех. Своих людей я обвинять не могу. Ты понял меня, Абдул? Слышал о твоем горе. Салим Майбович, я пришел просить вашей защиты. Фаруха убили люди Идриса, этого бандита. Он совсем обнаглел. Убивает невинных, насилует наших женщин. Делает все, чтобы наши сыновья сели на наркотики и потом пошли к нему в рабство. Абдулла, остановись. Если хочешь оставаться в этой стране, зарабатывать здесь деньги, забудь про сына. Вижу по твоим глазам. Салим нам не поможет. И что ты собираешься делать? А что я могу? Убить его? Чиновники, милиция на его стороне. У него 40 боевиков. Отец! Если я его трону, он убьет нашу всю семью. Как это сделать с семьей учителя? Землю? Твои предки жили здесь сотни лет. Оставить могилу Фаруха, не отомстить за него? Как ты будешь жить, сынок? Станешь рабом? Все вокруг стали рабами. Все, но не мой сын. Лучше умереть, чем бежать.
и навсегда покрыть позором свое потомство. Ты бы поступил так, отец? Глупо умереть нельзя. Ни ты, ни я Идриса так легко не убьем. Надо найти тех людей, которые умеют воевать, и уничтожат этих сволочей. Может, тогда в нашем районе люди смогут вздохнуть спокойно. А я откуда найду таких людей, отец? Сынок, продай все. Найди тех людей, которые сделают это ради денег. Там, на границе с Афганистаном, практически не работает государственная власть. Весь район контролирует некий Идрис со своей группировкой. У него есть более высокие покровители, он сейчас сидит в Афганистане. К чему этот рассказ, Валерий Петрович? Недавно люди этого Идриса убили сына местного бизнесмена. Он ищет людей, которые помогут ему отомстить за гибель сына. В смысле, ищет киллера? В своем регионе он не может найти таких отважных людей. Они там боятся наркомафию, как огня. И что вы предлагаете? Я предлагаю в рамках операции «Ловушка» помочь бизнесмену решить эту задачу. Валерий Петрович, это территория чужого государства. Мы это сделаем чужими руками. Разумеется, если вы дадите свое добро. И кто это сделает? Все разгрузим за сутки. За сутку. Есть другие соображения? Давай. Все. Батарейка внутри. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, включил свои локаторы? А вот и наши бабки приехали. Чё, на час раньше закончил? Ага. Молодцы. А вот и расчет. Спасибо, командир. Командир! Постой! Чего? Слушай, а тут не хватает. Тут тридцатником, а на полтинник договаривали. Заказчик мне больше не дал. А ты уверен? А если посмотреть? Ты чё, оборзел? Братва! О, ты что творишь, а? Сюда иди! Тебе больше денег надо, да? А ну пошли вон отсюда! Ah!
Да. Валер, Андрей Макаров, знаешь такого? Да, знаю, у меня в группе был. А ты где служил? В кабинете. Не хочешь говорить? Ну, это понятно. А я в МВД. Зацепил и под гудерместом списали. Он? Да. Макаров, выходи. Мужики, а я? Второго тоже выпускаю. Приказа не было. Надо поговорить. Давай, на вокзале увидимся. Давай. Андрей, объясни мне, что с тобой случилось? Ты же хороший специалист. Почему ты не можешь заняться по языковой части? Характер у меня, сами знаете. Надо же, и про обезьяник тебе сразу доложили. Из кабинета ко мне спустился. Но все у тебя не слава богу. Не надо было тогда генерала посылать. Никто бы тебя не уволил. Все было бы у тебя нормально. Ты пойми, второй раз на Кавказ тебя никто не хотел посылать. Ничего, переживет. А за меня не волнуйся, Валер. У меня все нормально. Надеюсь, больше не побеспокоим. Смотри, там гости у тебя. Добрый день, уважаемый. Меня Абдулла зовут. Что надо? Дело есть, но здесь как-то неудобно говорить. Тут говори. У нас плохие люди есть. Нужно их убить. Я видел тебя на вокзале. Ты это сможешь. Я что, похож на убийцу? Я заплачу, хорошо заплачу. Подожди, прошу тебя. Они убили моего сына. Дочку хотели изнасиловать. Месть до добра не доводит. Но если решил убить, убей сам. Эй, друг, привет. Ты меня не знаешь, но я тебя вчера видел. Это не ты потерял? Спасибо тоже не скажешь? Спасибо. Да не за что. Если что, всегда заходи. Я здесь телефонистом работаю. Спросишь любого, как найти Карена телефониста, тебе все скажут. А у нас на флоте даже пехота так, как ты, не дралась. Ты что, моряк? Моряк. Севастополец. Ну, связист я. В штабе флота служу. Я еще здесь интернетом занимаюсь. Да есть не хочешь? Терпимо пока. Блин, а я жрать хочу. С вчерашнего дня ничего нет. Нет сил уже терпеть. Уважаемые, здравствуйте. Могу я вас угостить? Вместе пообедаем. Прошу вас. От чистого сердца. Не отказывайте мне. Кушайте. Угу. Приятного аппетита. Благодарю. Дед, а ты почему ничего не ешь? Спасибо. Я недавно ел. Это мой отец. Угу. А это мать. А это сын с дочкой. А дочка красивая. А, спасибо. Они были очень привязаны друг к другу. Ходили вместе, пока не выросли.
А что случилось-то? Сына убили. Он хотел защитить сестру, а его убили. И все хотят, чтобы я забыл об этом. Как будто ничего и не было. В полицию обращались? Вы, наверное, никогда не были у нас. Тогда бы так не говорили. Мой сын не должен быть неотомщенным. Я что-то не понял. Вы от нас чего хотите? Он хочет, чтобы мы завалили. Убить его сына. Я заплачу. Заплачу, честно. Слушай, ты, дед, ты что-то попутал. Ты не по адресу обратился. Мы не киллеры, мы за бабки людей не валим. Ясно тебе? И Кравчик свой забери. Ты что, следишь за мной? Человек, за которым мы шли, сам пришел к тебе. Поговорим. Человек, который сидел с тобой рядом в кафе, живет в приграничной зоне с Афганистаном. Наркокартель, который обеспечил прозрачность границы, который поставляет героин практически к нашим дверям, там все оккупировал. Все те, кто хоть как-то мог сопротивляться, все расстреляны. Чиновники просто трясутся от одного их имени. Армия и МВД боятся высунуть нос из казармы. Круто. При чем здесь я? Это чужая территория. Есть мнение, что местные спецслужбы полностью срослись с наркокартелем. На расстоянии мы ничего не можем сделать. Изнутри действовать мы не имеем права. Абдулла ищет людей, которые могли бы убить его обидчиков. Но никто и предположить не мог, что он выйдет прямо на тебя. Андрюша, это подарок судьбы. Абдулла ищет наемников. Я наемником никогда не был. Это нужно стране. Ликвидировав банду, поток наркотиков хотя бы не так быстро будет расти. Мы сможем ограничить приток героина в страну. Валера, ты уже забыл, что я не кадровый офицер, а уволенный, разжалованный грузчик с вокзала. А я считаю, Андрюш, что однажды, дав присягу, ты остаешься офицером навсегда. Давай пойду. Да подожди, подожди. Андрюш, я очень прошу тебя подумать. У нас другого такого человека нет. Ты посмотри на тех людей, которые пришли тебя просить. Они просят тебя не о мести. Они просят тебя освободить их от этого кошмара. Одного человека я потерял. За всю командировку в Афгане одного. Это командир. Настоящий командир. Таких нет. Андрюх, слушай, был хороший мужик. Бутылку отдай. Ну, честное слово, ну дай, ну. Давай поможем, а? Дима, помолчи, пожалуйста. Абдулла, а теперь очень подробно. Расскажи все, что касается твоего дела. Территория, расположение, люди, оружие, деньги, все. Ну что, Абдулла, до завтра. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Давай. Дима, спасибо. Хороший ты мужик, а? Да. Вы не представляете, как я благодарен. Спасибо, да. До свидания. До свидания. А я что-то не понял. Мы что, с ним уже договорились? Но он сказал, что там их будет человек 50, не меньше. А когда приедем, окажется все 200. И потом, где этот кишлак? Знаешь, да и денег как-то маловато. Ты не поздно про деньги заговорил? Поздно. Тут их нет, а там не будет. Семья у тебя есть? Жена 7 лет назад ушла. Сын, но правда у него уже другой папа. Новый. А про старого сказали, что он умер, так что... Ну что, значит, на похоронах с роднёй не будет проблем? Нет. Пошли. Кого вы предлагаете в исполнители? Этого больного на всю голову Макарова? Ноги его здесь никогда не будет. Разрешите обратиться, товарищ генерал.
Да сядьте и обращайтесь. Ноги его действительно здесь больше не будет, потому что он разжалован и уволен. Вот именно. Но в этом наш плюс. Он вырос. Он может блестяще спланировать операцию. Мое мнение, он ценный кадр. Дальше. Лучшего исполнителя нам просто не найти. Даже в случае провала нас с ним никто не свяжет. Поверьте, товарищ генерал, наиболее эффективного способа решения данной ситуации нам не найти. Но почему Макаров должен согласиться? Простите, пожалуйста, но он уже согласился. Значит, вы действовали без моего одобрения? Никак нет. Просто каким-то чудом этот бизнесмен сам вышел на Макарова. Значит, он продался за деньги? Не думаю. Скорее ищет смысл существования. Один Макаров там ничего не сделает. Мы поможем ему укомплектоваться такими же, как он сам, отставниками. Ну хорошо. Действуйте. Но чтобы до конца операции я о нем больше ничего не слышал. Есть. Разрешите личную просьбу, товарищ генерал? Ну? Если Макаров вернется живым, пожалуйста, верните ему звание и восстановите в должности. Каковы его шансы, полковник? Близки к нулю. Слушай, Андрюх, я прикинул, оптимально нам нужно человек 30. Ну, минимум 20. Командир, начштаба, разведка, подрывники, минометчики. Неплохо бы. Пару связистов и пару водителей. У Абдулы очень мало денег. Прости. Друзей не продаю. Да ты что, Дим, я не об этом. Эх, нам бы найти человек 10, да вооружить их. Это уже, считай, полдела. И главное, чтобы каждый за троих был. У тебя есть такие? Ты хочешь невозможного. Но парочку найдется. С оружием. Поговори мне еще, тошно. Тир, дежурный. Здорово, Сань. Здорово. Знакомьтесь, Саня, Андрюха. Андрей. Саша. Мы с Саней, год на Кавказе. Стрелок от бога. Оружие разбирается замечательно. Второго такого навряд ли найдем. К чему этот базар? Да есть тут одна дельца на миллион. Надо кое-куда съездить. Лихие годы вспомните. Говори конкретно, что ты хочешь. Конкретно. Несанкционированная боевая операция. На территории чужого государства. Опасная. Плюс только один. Остановим не очень хороших людей. Если, конечно, получится. Да и бабла за это платят. Ну, правда так, немного, но платят. Мне это не интересно. Мы что ж, получается, зря приперлись? Вообще-то мы на тебя рассчитывали. Еще раз говорю, мне это не интересно. Вопросы есть? Вот что, Саша. За это дело стыдно не будет. Вот мой телефон. Если передумаешь, будем рады. Пойдем. Пойдем покурим. Я не курю. И ты тоже. Пришел валить меня? Я уже не в конторе. А что, есть за что валить? Да есть старые грехи. Как работа?
Шоколад. Кирюх, дело есть несовместимое с жизнью. Согласен. Только нужны еще бойцы. Есть один. Мужик. Что с деньгами? Ты поговорил? Я с тобой разговариваю. Поговорил. Если деньги будут, то только после Нового года. Это невозможно. Как жить на эти гроши? Тебе просто все равно, ты непробиваемый. Все мужики как мужики, а мы даже за квартиру заплатить с тобой не можем. Меньше на шмотки надо тратить. Что? Ты меня еще и попрекаешь? Я молодая женщина, красивая. Я хочу жить. Так живи, я тебе не мешаю. Мешаешь. Извини. Нет, это ты извини. Но тебе придется уйти. Если ты так решила, хорошо. Кирюх, в таком прикиде нас туда вряд ли пустят. Попробуем выцепить. Да? Алло. Это Саша. Мы встречались сегодня около стрелкового клуба. Да, Саш, я слушаю. Если деньги платят, я согласен. Давай, до встречи. Ну что? Сейчас подойдет. Это шутка? Она покрепче любого мужика. 2 месяца сидела у духов в яме, пока наши не вытащили. А уж что там они с ней делали эти 2 месяца, теперь уже никто не расскажет. Потому что она всех, 18 человек, от ушка до ушка, своим ножичком к праотцам отправила. Что вспомнил? Влада, ты не обижайся на меня. Я тогда не виноват был, меня подставили. Ты же знаешь, что я контуженный остался лежать на поле. Ты на поле, я в яме. Каждому свое. Зачем пришел? Влада, вас тут все устраивает? Абсолютно. А ты кто такой? Андрей Макаров. Капитан в отставке. Не трогай меня! Я планирую одну серьезную операцию. Мне кажется, что вы для этого дела подходите. Опять подстава. Кто больше не появлялся здесь, вали! Я своих не бросаю. Ты чё не отзываешься, дура? Похоже, вас тут ценят. Здравия желаю. О, Артамон. Разрешите? Заходи. С приездом. Ну, как ты? Нормально. Сильно задело? Все хорошо. Ну, присаживайся, присаживайся. Проходи. С ловушки что? Опять мы в деле? Ну, это пока все, что есть, но коллектив боевой. Макаров командир. Ну, Макаров, это понятно. Начальник штаба. Стрелок, оруженосец. Снайпер. Минер-подрывник. Это что, все? Все. Да ну, Валер, это даже не смешно. Ты что, их всех на закуску отправляешь, что ли? Сереж, он сделает. Макаров сделает, точно. Ему бы только хорошего связиста и
специалисты по местности. Но только из наших, а не из местных. Я уверен, что он все это сделает. Хорошо, может быть, с одним человеком я тебе и помогу. Я так понял, у Абдулы на месте есть люди, которые будут бороться вместе с нами. Есть. Два племянника. Андрюха, кто у нас по связи? Связиста нет. Так что его обязанности берет на себя один из нас. Кто? А я откуда знаю? Андрюх, нужен спец по связи. Есть идеи? Есть одна. Может, даже весело получится. Скоро буду. Андрюх, мы тебя здесь ждем. Угу. Бабы нам зачем? Сань, полегче. Это же не баба. Это солдат. И потом смотри, она шуток не понимает. Отрежет тебе чего-нибудь. Вы не подскажете, где здесь комната связистов? А мороженое со сливками? Знаешь, такие горячие сливки? Их поливают на мороженое, потом сверху поливают спиртом и поджигают. Спирт сгорает, и сливки становятся горячими. А мороженое внутри холодное. Прямо как ты, только наоборот. Снаружи такая холодная, а внутри, я же знаю, очень горячая. Ара! Я тебе перезвоню. Привет! Я знал, что ты придешь. Могу чем-то помочь? Ты точно на флоте служил? Обижаешь. Ага. Ага. В общем так, парень. Мне нужен связист. Серьезный и ответственный. Есть дело. Далеко отсюда. Далеко? За городом? За МКАДом. Этот парень родом оттуда, прошел у нас спецподготовку, знает почти все тамошние наречия. За что сюда упрятали? Есть такая формулировка. В связи с утратой доверия. Посадить не за что. Доверять не можем, отпустить боимся. Сидит здесь уже 2 года. Из Афганистана вернулся конченным наркошей. За это время излечился. Да? Мы надеемся. Твоя операция для него — это шанс, и он за него ухватится. Не ухватится — разберешься на месте. Ладно, я понял. Остановись на секунду. Ты все хорошо взвесил? Земля чужая, поддержки не будет, связи тоже. Вообще, это не твоя война. Товарищ полковник, что это вы? То убеждали с таким жаром, а сейчас заднюю включили. Отдаю себе отчет, во что тебя втянули. Лучше скажите, где мы оружие возьмем. Да контакты там будут на месте. Люди опасны, но за деньги хоть подводную лодку тебе в пустыне найдут. У Абдулы мало денег. Что есть? Больше тебе все равно никто не даст. И самое главное, если что случится, в общем, мы даже груз 200 принять не сможем. Меня зовут Андрей. Меня интересует один ублюдок. Зовут Идрис. Слышал о нем? Я хочу убить его самого и его кодлу. Поможешь?
сам тебя убьет. А если не он, тогда это сделает его хозяин. Может быть. Но я хочу попробовать. Зачем? Тебе платят? Или тебя Родина зовет? Платят. Может, тебе еще заплатили, чтоб ты сюда вошел? Ты что ты темнишь? А тебе не все равно, как я сюда зашел? Для тебя это шанс выбраться на волю. Если, конечно, наркота не выгрызла твой мозг. Идриса нужно бомбить. И бомбить так, чтобы от его кишлаков ничего не осталось. Зачем рисковать жизнями таких людей, как ты или я? Бомбить некому. Кроме того, с нами человек, чьего сына он застрелил. Кровная месть – это не из нашего района. Это больше про Сицилию или Кавказ. А там остались одни бараны, которые забыли про честь и достоинство. Извини, старик, ничего личного. Но у меня нет времени на философские беседы. Ты всегда так торопишься? Летим разными рейсами. В дороге друг с другом не общаться. Место встречи и маршрут передвижения каждого возьмете у Кирилла. Ничего подозрительного с собой не брать. Все необходимое найдем и купим на месте. Список оружия готов? Да. И надежно спрятан. Хорошо. Ну что, встречаемся на месте через 24 часа. С Богом. Опять седыми путями степными, где воздух горький, как запах полыни, где даже горы стоят сиротливо, и высыхает плакучая ива. Идем по древним дорогам неволи, чтобы кого-то избавить от боли. Но по ночам видим небо в алмазах и в скорбных трещинах белую твердь, где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Опять плывут миражом караваны, везя смертельные дозы дурмана. И кто-то греет нечистые руки на чьей-то жизни на вечной разлуке. И кто-то снова решает за Бога, куда направится наша дорога. И для кого вспыхнет небо в алмазах, и кто в сырую отправится твердь. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Там, на границе с Афганистаном, практически не работает государственная власть. Весь район контролирует некий Идрис со своей группировкой. Недавно люди этого Идриса убили сына местного бизнесмена. Он ищет людей, которые помогут ему отомстить за гибель сына. И что вы предлагаете? Я предлагаю в рамках операции «Ловушка» помочь бизнесмену решить эту задачу. Ты что, следишь за мной? Человек, за которым мы шли, сам пришел к тебе. Ликвидировав банду, поток наркотиков хотя бы не так быстро будет расти. Мы сможем ограничить приток героина в страну. У нас другого такого человека нет. Они просят тебя освободить их от этого кошмара. Макаров, командир. Эх, нам бы найти человек 10, да вооружить их. И главное, чтобы каждый за троих был.
Начальник штаба. Кирюх, дело есть, несовместимое с жизнью. Согласен. Стрелок, оруженосец. Остановим не очень хороших людей, если, конечно, получится. Снайпер. Я планирую одну серьезную операцию. Мне кажется, что вы для этого дела подходите. Это что, все? Макаров сделай, точно. Ему бы только хорошего связиста и специалиста по местности. Мне нужен связист. Серьезный и ответственный. Есть дело. Далеко отсюда. Меня интересует один ублюдок. Зовут Людвиг. Я хочу убить его самого и его Году. Поможешь? Каковы его шансы, полковник? Близки к нулю. Ну что, встречаемся на месте через 24 часа. С Богом. Какие у вас новости? Абдулы 2 недели нет дома. И что? Нехороший знак. Ты слишком труслив, Сальмахон. Абдулла не мужчина. Его нечего бояться. Я тут хозяин. Я. Помни, через неделю отсюда большой груз пройдет. Очень большой. Здорово, бойцы. А что такие суровые лица, а, воины? Или вам в самолете каши не давали? Хвост привела. Отвали. Прошу. Вырядилась. Что ты цепляешься к ней? Да пошел ты. Сам ты пошел, Карен! Придурок. Саня. В 5:30 мы встречаемся с торговцами оружием. Кто идет? Ты. И Саша. Думаю, первая встреча пройдет спокойно. Вас будут прощупывать. Дальше могут возникнуть проблемы.
Садитесь! Лучше вы выходите. А ну-ка, сэри! Сядь, кому сказал! Ты что, идиот, э? Здесь беспилотники летают. Говори, что надо. АК-74 10 штук, АКМС 5, СВД 3, РПГ 2, РПК 2, гранаты, РГД 40 штук и боеприпасы двойным запасом. Нет. На этом все. Вы что делать хотите? Президента убить? А ты знаешь, сколько это стоить будет? У нас на все про все 50 тысяч долларов. Сколько? Дает 50 тысяч. Это даже половина не делает. Назовешь хорошую цену, в следующий раз возьмем в два раза больше. У таких, как ты, следующего раза не бывает. Ты будешь языком молоть или о деле разговаривать? Встреча в 2 часа ночи. Готовь деньги. Твой друг не подведет? Понятно. Что им мешает нас грохнуть, а деньги забрать? Они не знают, сколько нас и у кого деньги, иначе бы их хлопнули. Подойди сюда, быстро! Где остальные? Здесь только мы. Не ври! Мы знаем, что вас 6 или 7 человек. Пока все не выйдут, никакого разговора не будет. Ты меня понял? Выходим. А что у него лицо закрыто? Не дергайся, это женщина. Кёла харабе, придурки, вы еще бабу привели? Кто здесь старший? Я буду говорить только со старшим. Инджатор Раиси. Ты здесь главный. Какая тебе разница? Ты привез товар? Да, только есть маленькая проблема. В чем дело? Ваша сумма слишком мала. Надо в два раза больше. 50 тысяч долларов не маленькие деньги. Скажу больше. Вы такие заказы не каждый день получаете. С ума сошел? Давай посмотрим, что ты принес, потом посчитаем. Где наш заказ? Ты тут не командуй, пока тебе рот не заткнули. Сперва покажи деньги. Покажи деньги. Абдулла. Где наш заказ?
разделили. Классный выстрел. А чё, ты только елку слушаешь? Давай я тебе новинок накачаю. Не надо, Карен. Спасибо тебе. Ты настоящий друг. Если б не отцовская винтовка, держи деньги, пока не пригодились. Здесь 1/5 того, что нам нужно. Ты был прав, они вообще не собирались нам ничего продавать. Ладно, остальное сами добудем. Все, сворачиваемся. До границы километр. Давай. Уверен? Все будет окей, командир. Где-то 80 человек с детьми осталось. Где кабель? Кабель вон там. Можно удобно подойти. Лучше покажи, где неудобно. Ну что, Карен, действуй. Включишь глушилки, дашь знак. Мы спустимся в село. Пошли. Чего мы ждем? Когда Карен вырубит сотовую связь, мы войдем в деревню. Боевики о нас узнают через сутки-двое. Хорошо, если через двое. Дай-то Бог. Все, родная, не подведи. По машинам. Познакомлю хорошую парню. Саша, Влада.
Здравствуйте. Мой отец. Андрей. Спасибо, что пришли нам помочь. Салам алейкум. Медуни, чем мы хотим попросить? Твои индемардони хотят, чтобы мы туда не бегали комаконан. Астан, вали комакету не миконан. В общем, деревни осталось мало. А те, что остались трусливы, они вряд ли нам помогут. Стукачи есть? Есть. Как говорил Абдулла, хозяин магазина Сальмахон. Нейтрализуем? Я думаю, не стоит сразу напрягать народ. Пусть он сам себя проявит. Рано или поздно не один, так другой кто-нибудь стуканет. Согласен. Ну, смотрите, я знаю этих людей. Если мы кого-то здесь не пристрелим сразу, они нам не поверят. Давайте размещаться. Проходите. Прошу. Пошли, отец. Андрюха, надо бы подходы к кишлаку проверить. Оттуда начни. Угу. Карен, угу. С Димой. Ну что, матросик, пойдем прогуляемся? Ну что, командир, познакомимся? Чуть позже. Скажи лучше, как будем с местными диалог налаживать. Не имеет смысла. Все равно не помогут. Максут, ну ты прямо как не восточный человек. Восточный. Потому и говорю, что не помогут. Помогут. Только надо что-то от чистого сердца сделать. Понимаешь? Есть идея. Пойду поговорю с Абдуллой. Придут, куда оденутся. Это жертвоприношение, они должны прийти. Но вам лучше уйти отсюда, потому что потом скажут, что неверные были рядом. Оставьте меня одного. Иди сюда, сынок, не бойся. Вия. Как тебя зовут? Эспеман Максуде. Твой отец и братья далеко? Возьми мясо. Это жертвоприношение. Сходи к отцу. Скажи, что мы зовем всех, чтобы разделить наш хлеб. Жертвоприношение за успех нашего дела. Если твой отец и отцы твоих друзей хотят узнать, зачем мы приехали, пускай приходят. Здравствуйте. Пожалуйста, кушайте мясо. Это жертвоприношение. Здесь есть люди, которые могут нам помочь. Пожалуйста, кушайте мясо.
Кажется, все неплохо. Подожди, посмотрим еще. Нам не нужна ваша помощь. Убирайтесь, пока живы. Старик, я такой же, как вы. Я приготовил жертву. А вы идите по домам. Не позорьте свое имя. Идрис узнает, что вы ели их мясо, не пожалеет ни вас, ни вашей семьи. Мы пришли вам помочь. Слышите? Да что же вы пускаете головы, как бараны? Вас самих принесли в жертву. Где ваше достоинство, мужчины? Скоро вас всех здесь убьют. А ваших детей сделают пушечным мясом. Очнитесь, люди. Я же говорил, командир, ничего не получится. Бараны, блин. Чтобы бандиты забыли про вашу деревню, они должны получить серьезный отпор. Думаю, простого предупреждения будет недостаточно. Они обнаглели и чувствуют себя здесь как дома. Но мы тоже у вас тут как бы в гостях. Поэтому вы должны научиться защищать себя сами. Мы ничего не умеем. Мы не солдаты. Да при чем здесь это? На вашей стороне превосходство. Кишлак расположен просто замечательно. Всего два подхода. И оба простреливаются. Андрюх, ну объясни, ну. Да, Абдулла. С этих позиций вы сможете держать оборону даже с небольшим количеством людей. Я так понял, часть мужчин все-таки готовы подключиться к сопротивлению. Ладно, Абдулла. Мы укрепим деревню, научим вас тактике боя. А когда уйдем, если, конечно, уйдем. Тюпун тебе на язык. Боевики к вам больше не сунутся. Зачем вам терять людей, верно? Влада, Саша. Из деревни ушел человек с Альмахона. Видимо, направился к Идрису. Надо взять живым. Вон там, видите, вон там. Возвращайся. Хорошо. Кто это был? Не знаю. Но не наши люди. Это СВД. Снайпер? Где? В направлении деревни Сальмахона.
Саша, он живой? Ага, конечно. Куда ты лезешь? Кто тебя просит? Я хотел помочь. Да пошел ты со своей помощью. Сам ты пошел. Придурок, боевики теперь знают, что мы здесь. Пришлось пристрелить. Понял. Иди в дом. Кто такие? Вы кто такие? Зачем пришли? За деньгами или наркотиками? Ты что говоришь? Я ничего не понимаю. Эй, придурки, он не знает нашего языка. Мадина, переведи ему наши слова. Опусти нож. А ну верни, это мой нож. Хафешо тулесаг. Да что вы от меня хотите? Я ничего не понимаю. Хотят знать, зачем ты пришел. Ага, слава богу. Максуд вам не говорил? Мы пришли помочь вам. Просто так или за деньги? А тебе-то что? Если за деньги, то ты продажная собака. И... А просто так ничего не бывает. Значит, вы пришли за наркотиками. Ладно, хватит. Давай сюда мой нож. Давай! Уходите, а то скажу дяде. Уходите. Я так и не понял, зачем они меня притащили сюда. А ты кто? Я дочка Абдулла. Это моего брата убили. А это его друзья. Они хотят что-то сделать, а что не знают. А как тебя зовут? Девушка? Подожди, как тебя зовут? Девушка? Абдулла говорит, что до базы Идриса километров 17-20. А вот и придурок, который нас всех подставил. Отвали. Подгузники поменяй, урод. Каран. Ты получал приказ идти за ними? Я хотел помочь. Последний раз. Продолжай, Кирилл. Со слов Абдуллы, до базы Идриса километров 17-20. Надо собираться. Сколько людей дает деревня? Трое. Может быть, четверо. А может, никто и не придет. И те с автоматами, которые дом охраняют, тоже не придут? Кто это с автоматами?
И они говорят, что у них в деревне людей нет. А тут только в одном доме человек 50, женщины и дети. И автоматчики на посту. И он о них знает, там его дочка. Это они нас боятся. Думают, что мы пришли за наркотой. Это правда, Абдулла? Да у них есть люди. Просто они своих защищают. От кого? Абдулла от нас, что ли? Я мужики. Не знал. Не понимал, почему вы согласились. Ведь денег мало было. Я думал, еще что-то вы хотите. Поэтому собрали всех девочек и женщин и спрятали их. Некрасиво, Абдулла, получается. А мы с тобой за одним столом сидели. Ну, извините, пожалуйста, не обижайтесь, прошу. Не обижайтесь. А что нам обижаться, Абдулла? Мы для тебя наемники. Приехали обогатиться сюда. Своих грошей миллионерами стать. Фу. Я думал, ты понял, что мы пошли с тобой не ради денег. Значит так, ваших людей никто не тронет. Но только до той поры, пока они не начнут стрелять в нас. Завтра придут бандиты. У нас каждый ствол и каждый человек на счету. Поэтому, если ты мне все еще веришь, твои должны быть с нами. Ты меня понял, Абдулла? Все. Там мало оружия, товарищ генерал. Да и людей у него 7 человек. Но, походу, ликвидировали банду торговцев оружием. Они уже на месте? Так точно. Второй день. Думаю, что завтра им предстоит первое боевое столкновение. Посмотрим. Что местные спецслужбы? Предполагаю, пока не в курсе. Но как только зашевелится весь этот муравейник, по их реакции можно будет определить, кто стоит за торговцами. Мы готовы, дядя. Связь есть? Телефоны молчат. Поезжай, разберись. Ты куда идешь? Я иду к реке. Нельзя. Вернись быстрее назад. Почему? Мне нужно туда. Нет. Мне нужно туда. Нет, я сказал. Не скажешь, зачем туда идешь, не пущу. Быстро назад. Подожди.
Это дочка Абдулы. Абдулы? Что случилось? Она хотела отсюда уйти. Ребята, у нас гости. Откуда? На главной дороге. Спасибо, принято. Пойду пообщаюсь. А. Ребята, у нас гости. Быстро, 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 по домам. Тут машины, берем. Быстро, уведи ее обратно. Пошли. Быстро. Берем сюда, уберунаю ее. Позиция у сарая. Ага. Иди домой. Домой. Ты по-русски говори. Если можешь, конечно. Ты кто такой? Я так понимаю, ты не Идрис. Зачем тебе нужен Идрис Бей? Ну, нужен. Разговор к нему есть. Скажи мне, я передам. Нет, не пойдет. Эй! Ой. Ты куда? Ты с оружием не шали. Пораниться можешь. Понял? А ты кто такой, собака? Sarıya meçir uğraşı peydiriz bremlik yasarı da mesela. Anan akoşi. Fond mi bolram? Anan akoşi. Her çi mi koyun beytun miyem. Manan akoşi. Tobozan 17 kilometre. Он говорит, что Идрис на базе. 17 километров отсюда. А этот, с которым ты разговаривал, его племянник. Переводи ему. Скажи Идрису, что я хочу с ним поговорить. И главное скажи, что деревня ему больше не принадлежит. Урожай ходит. Бегу жанжуай я за Михан Байдрискона. Бегу, а Михат зерте бемуне бедуде я слайпя. Урожай ходит. Оружие примитивное, но есть патроны. Немного гранат. Два РПГ. Молодцы, вы всех перебили. Вы всех перестреляли. Молодцы. За 5 минут 10 человек. Скоро у Идриса людей не останется. Спасибо, Андрей. Спасибо, дорогой мой.
Скоро нас всех убьют. Готовься. Они ничего не смогут. У вас даже ни одной царапины нет. Вы великие воины, ребята! Я сейчас пойду в деревню, всем расскажу. Спасибо. Спасибо, дорогие мои, спасибо! Запах полыни, где даже горы стоят сиротливо, и высыхает плакучая ива. Идем по древним дорогам неволи, чтобы кого-то избавить от боли. Но по ночам видим небо в алмазах и в скорбных трещинах белую твердь, где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Опять плывут миражом караваны, везя смертельные дозы дурмана. И кто-то греет нечистые руки на чьей-то жизни на вечной разлуке. И кто-то снова решает за Бога, куда направится наша дорога. И для кого вспыхнет небо в алмазах, и кто в сырую отправится твердь. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Мы встречаемся с торговцами оружием. Внимание, нас разделили. Ты был прав, они вообще не собирались нам ничего продавать. Остальное сами добудем. Когда Карен вырубит сотовую связь, мы войдем в деревню. Стукачи есть? Есть. Хозяин магазина Сальмахон. Из деревни ушел человек Сальмахона. Видимо, направился к Идрису. Надо взять живым. Телефоны молчат. Поезжай, разберись. Ребята, у нас гости. Эй! Ты куда? Ты с оружием не шали. Пораниться можешь. Да ты кто такой, собака? Скажи Идрису, что я хочу с ним поговорить. И главное скажи, что деревня ему больше не принадлежит. Их 5 или 6 человек. Говорят по-русски. Они всех убили, всех. Я Алима. Алима первым. Почему ты жив остался? Я не виноват. Меня послали сказать, что они хотят поговорить. Или на словах передать, чтобы ты никогда больше не приходил в эту деревню. Быстро. Быстро по машинам. Вперед. Если у них кто-то разбирается в тактике, они могут устроить отвлекающие маневры, например, здесь. А потом попробуют прорваться в других направлениях. Вот тут и тут. Так, 17 километров. Парнишка, он шустрый. Думаю, минут через 40 будет здесь. Ну что, давайте готовиться. Угу. Андрей, у нас больше нету преимущества. Силы почти равны. Абдулла хотел отомстить. Убить племянника. Племянник мертв.
Если мы уйдем, они вырежут всю деревню. Если мы не уйдем, они вырежут деревню, а заодно и нас. Да ладно, мужики, а если не заморачиваться? Положить Идриса и быстро свалить. Пока здесь не оказались муджахиды со всего Афганистана. Не годится. Мы свою работу еще не сделали. Кирюх, здесь не армия. Я приказывать не могу. Ты хочешь уйти? Иди. Обид не будет. А я что? Я ничего. У меня билет в один конец. Бешеликон. خیلی دوره ابلیس. از اینجا نمیتونم بزنمش. نشد. Внимание, огонь по команде. По дороге на северо-восток 15 человек. 300 метров. Принято. метров. 7 человек. Гранатомет. Карен, внимание, к тебе две машины. Да вижу, вижу. Сработала ловушка на тропе. Не стреляем, ждем подхода на прицельную стрельбу. Доложите обстановку. 300 метров. 150. 50 метров. Ждем. Дорога перекрыта. Что делать? Дай команду, командир. Саня, он один не справится. Пойду прикрою. Абдулла, помоги Владе. Да я сама уж как-нибудь справлюсь. Освободите дорогу. Быстро. Дай команду. Кирилл, слышишь? Ждем. Кирилл, дай команду. По прямой, Кирилл, три машины. Первую надо подрывать. Так, Дима, лови цель. После этого начинаем без команды. Мальчики, вы уволены. Назад. Давай быстро назад. Быстрее. Назад, быстрее.
вперед. Перебейте их. Кирилл, я их не сдержу. Абдулла, ты где? Абдулла, ты рядом? Помоги маме! Отсеки боевиков! Все живы? Портус жив. Жив. Ранено в плечо. В порядке. Кто это такие? Кто такие? Кто сказал, что их 5 человек? Там целый батальон. Я не знаю, Идрис. Наши почти все погибли. Это все, кто остались. Они мне за все ответят. Ты снайпер? Тогда что ты здесь встал? Иди туда и убей их. А ты? Разверни телефон. Собирай всех моих людей. Перебейте их всех. Дай помогу. Ты как? Нормально. Ну что там, Влада? Ерунда. Царапина. Кирюх, до свадьбы заживет. Главное, не забудь на свадьбу пригласить. Тихо. Андрей! Мы победили! Мы победили! Вы видели, как всех мы убили? У Идриса 10 человек всего осталось. Спасибо, ребята. Спасибо, как мы их раз. Абдулла, Абдулла, это не победа еще. Идрис живой, и он здесь не главный, ты это знаешь. Да черт с Идрисом, вы все равно его убьете. Вся деревня ожила. Пошли, пошли, Андрей. Теперь все возьмут оружие. Нас будет много, и все пойдут воевать с Идриса. Люди, мы победим! Идите все! Смотрите, скольких мы убили! Идите, берите оружие! Вот увидишь, все сейчас возьмут оружие и пойдут воевать против Идриса! Люди, они нас освободят! Победа! Победа! Уложил. Сань, ну как же ты его проглядела? Да черт его знает. Там дальше.
Деревенские нам теперь точно не помогут. Андрей, надо уходить. Если уйдем, Идрис уничтожит деревню. И что ты предлагаешь? Они сейчас готовы сами нас спину расстрелять, лишь бы с Идрисом замириться. Абдулла здесь был главный, теперь его нет. Кир, успокойся. Отнесем тело в дом, там решим. Ах, черт. Абдулла умер. Скажи им, чтобы убрались. Пусть убираются. Идите к черту. Максуд, что они говорят? Они требуют, чтобы мы убрались. Абдулла нас привел, теперь его нет. Мы им не нужны. Тварь. Из-за них преступлений стало больше. Разве вы люди? Мы пришли сюда за много тысяч километров, чтобы помочь вам сохранить свое достоинство, остаться людьми. А вы потеряли одного из своих и сразу... Максуд, не злись на этих людей. Они слишком долго жили в страхе и позоре. Пусть хоть один день проживут достойно и умрут как мужчины. Послушайте, послушайте. У меня есть обязательство перед человеком, который лежит убитый, и он погиб за вас. Так вот, когда я сдержу свое слово... Вы нас здесь больше не увидите. А пока идите по домам. До завтра Идри здесь не появится. Все в порядке. Дедушка. Нам кто-нибудь может показать, где находится база Идриса? Мой внук. Идрис, телефоны. Бале. Что у тебя происходит? Все хорошо. Говорят, ты потерял много людей. Нужна помощь? Нет, я сам справлюсь. Ну смотри, потеряешь мой товар, будет большой разговор. Скорее всего, последний в твоей жизни. Забери. Джамал. Ильгар с границы людей привел? Только 10 человек. Идрис, нас очень мало, и люди боятся. Что будем делать? Что делать? Драться и убивать этих собак. Слышишь? Драться. Они бегают от них, как бараны. Ты понял меня? Понял, Идрис. Черт, вызови наемников, тех, дорогих. Скажи, пусть едут быстрее. Заплачу тройной тариф. Быстро. Ты все передал? Дим, держишь дорогу? Саша, слева. Кирилл. Максуд, пройдешь справа. Влада, прикрываешь с тыла. Я поняла. А я? Со мной. Пошли. Вижу двоих у грузовика.
Героин. Там более тонны. Что будем делать дальше, командир? Максуд, отгони машину в нашу деревню и спрячь где-нибудь на окраине. Сделай. Сколько эта отрава может стоить, командир? 80 миллионов и 1 000 000 жизней. Кирюх, они не могли уйти. А может, он за помощью пошел? Бросают, иначе всех здесь перебью. Начнем стрелять. Всех этих баранов перестрелю. 3 гранаты и нет твоих заказчиков. Нам нельзя сдаваться. Ты же наемник. Они не тебе только платят, их перестреляют, ты убиваешь. Он не блефует. Зачем тебе стрелять? Он зарезал деревню, если ему людей потеряем. Всю семью этого подлого Абдула. Погибнем. Зато не сдадимся. И этих паршивых жителей деревни! На крыше 3 с пулеметами. Во дворе за воротами по 5 человек. Их не более 20. Считаю до 3! Схватимся, всех перебьем. 1, 2! Мы с тобой договоримся. Ты будешь работать на меня. Ну! Решай ли я сейчас? Не торопи! Мы сдадимся, если ты отпустишь людей. Это ошибка. Это приказ, Максуд. Это ошибка, командир. Мы сдаемся. Они нас не пожалеют. Кладем оружие. Я знал, что ты пожалеешь этих баранов. Все оружие складывайте! Все! Спасибо, что вернул меня домой, командир. Максуд! Не трогать их. Они мне живыми нужны. Вяжите их и в подвал. Посадите их в подвал. Зачем мы сдались? Надо было стрелять. Тогда нас всех точно положили бы. Нас и так всех положат. Андрюха, что делаем дальше? Для начала надо успокоиться. Бале. Алло, что у тебя там происходит? У меня здесь 6 русских пленников и 1 труп какой-то собаки. И это не простые солдаты, а хорошо подготовленные. Надо теперь выяснить, кто их прислал.
Сейчас меня перевяжут, и я вырежу сердце их командира. Он мне все расскажет. Ты дурак, Идрис. Если эти люди русские, они не просто так здесь появились. Тут что-то не то, тебе не стоило брать их в плен. Надо было убить так, чтобы никто этого не знал, и чтобы тела их никогда не нашли. Если ты этого сам сейчас не сделаешь, через 10 часов я буду там на месте и закончу все за тебя. Возьми. Я не пойду второй раз в яму. Я не могу, я не пойду. Тихо. Влада, это еще не конец. Тише, спокойно. Тише. Судьбаш. Меслесак микошамешун. Командир, там голоса. Кажется, здесь было окно. Дайте мне что-нибудь. Держи. Дима, дверь. Открой быстро. Базочку! Ты как? Нормально. Колен левый. Базочку! Открой. Унакоджан. Где они? Унакоджан! Куда они делись? Идти сможешь? Да. Нет, на зачистку. Вперед. Вперед, давай. Thank you.
Спасибо. 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 Пока, ребят. Весь кишлак. Я знаю. Андрюха, а если попробовать через горы? Без проводника и карты? Надо тут окапываться. Всю деревню не удержим. Надо идти в тот дом, обкладываться и продавать себя подороже. Подороже так подороже. Отгоните туда грузовик. Минут 15 у нас есть. Готовимся. Дедушка, вы спрячете тела Влада и Максуда? Спасибо. Тебя Идрис вызвал? Ага. Сколько обещал? 50 тысяч за каждого. Дорого берешь. Да я смотрю, у тебя там тоже не дешевые бойцы. Я так понимаю, Идриса больше нет? Его отряда тоже? Осталось 5 человек. У них мой товар. Деньги получишь, когда принесешь их головы. Мы голову не носим. Зайдем в деревню, зачистим. Выйдем, заплатишь 500 тысяч. Если не устраивает, действуй сам. Деньги с собой?
Деревня человек 5. Насколько я понимаю, русские. Спецназ? Откуда он здесь? Они весь отряд Идриса отложили. Человек 40-50. Эй, Вова! Чего ждешь? Или струсил? Да пошел ты. Что же это мы? Своих стрелять пойдем? Ну и что ты меня распустил? Или думаешь, на свадьбу приехал? Ладно, все. Разговоры в сторону. Выдвигаемся. И учтите, у них хорошие снайперы. Держите стен. Джон, Йо Чао Снайперс. Все, поехали. Твою мать. Я вижу. Они выйдут на прямую наводку и долбанут по нам из гранатомета. Андрюх, меня рано списывают на пенсию, хорошо? Как баба! Сам ты баба, придурок! Я моряк Черноморского флота! Далековато проплыл, морячок! Тебя забыл спросить, ублюдок! Парни! Кто из вас главный? А тебе что надо, продажная собака? Слышь, морячок, мама, не горюй! Язык прикуси, а то доберусь, подрежу! За нами полсотни духов! Столько же едет! Парни, мы стрелять не хотим! Бесполезно сопротивляться! И что? Хорошо платят, солдатик! Когда как? Мужики! Кто сейчас говорил? Я Андрей Макаров, под Липки 2003! Твою мать! Старший сержант Владимир Пономаренко! Третье отделение, вторая рота! Андрюха, ты? Так вы чё, козлы, наши, что ли? Здесь ваших нет давно. Здесь каждый сам за себя. Небось, вы тоже за баблом-то припёрлись. Андрюха, чего делать будем? Володька, духи далеко? Прилично. Скажи своим, пусть не лупят. Я выхожу. Парни, не стреляйте! Саш, прикроешь?
как ты здесь? А, не спрашивай, командир. Все в прошлой жизни осталось. Да и сам я совсем другой стал. Ты-то как? Почему здесь? Ты же среди нас самый правильный был. Да. Я от дедушки ушел. И от девушки ушел. Как колобок. Понятно. И что делать будем? Карим тебе Идриса не простит. Я смотрю, у тебя его товар. Прорываться будем. Куда, Андрюх? До России 5000 верст. В Афган им здесь все принадлежит. Любой ребенок, который тебя встретит, сразу сдаст со страху. Ты для них враг. Значит, не будем прорываться. Пока же держимся. Железная логика. Твою мать. Ты, Макаров, извини, но мы с тобой не останемся. У нас здесь рядом семьи, дети. Нам этого просто не простят. Да и ты сюда зря пришел. Патронами подсобишь? Немного дадим, хотя сам не понимаю, как теперь отсюда выбираться будем. Карим будет предлагать сдаться. Не соглашайся. У нас же был уговор. Карим, ты настоящий воин. Надеюсь, поймешь. Там мой друг, я с ним воевал. Я не буду в него стрелять. Хочешь, убей меня. Посмотрим, сколько людей потеряешь. Убирайся! Убирайся! Продажная собака! Больше никогда никто вас никуда не позовет. Убирайся! Скоро прибудут мои войны, и я отрежу твоему другу голову! Убирайся! Давай убирайся! Продажная собака! Давай убирайся! Как запах полыни, где даже горы стоят сиротливо, и высыхает плакучая ива. Идем по древним дорогам неволи, чтобы кого-то избавить от боли. Но по ночам видим небо в алмазах и в скорбных трещинах белую твердь, где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Опять плывут миражом караваны, везя смертельные дозы турмана. И кто-то греет нечистые руки на чьей-то жизни, на вечной разлуке.
И кто-то снова решает за Бога, куда направится наша дорога. И для кого вспыхнет небо в алмазах, и кто в сырую отправится твердь. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Алима? Алима, мам, валище. По прямой, Кирилл, три машины. Первую надо подрывать. Мальчики, вы уволены. Победа! Победа! У меня есть обязательство перед человеком, который лежит убитый. И он погиб за вас. Так вот, когда я сдержу свое слово, вы нас здесь больше не увидите. Максуд, отгони машину в нашу деревню и спрячь где-нибудь на окраине. Бросай оружие, иначе всех здесь перебью! Спасибо, что вернул меня домой, командир. Максуд! Там голоса. Кажется, здесь было окно. Унакхучан! Надо идти в тот дом, обкладываться и продавать себя подороже. Деньги получишь, когда принесешь их головы. Мы голову не носим. Зайдем в деревню, зачистим. Я Андрей Макаров, Подлипки 2003. Андрюха, ты! Карим будет предлагать сдаться. Не соглашайся. Спасибо тебе, Андрей. Вы все сделали, о чем вас просил Абдул. Мне жаль твоих друзей. Я похороню их, если ты не против. Я не против. Может, доведется и нас похороните. Не говори так, Андрей. Мой племянник покажет вам дорожку. Вторая козья тропа. Ее никто не знает. Уходите. А мы останемся и будем стрелять. Они решат, что вы еще здесь. А как же вы? Лучше умереть с честью, чем всю жизнь жить в позоре. Уходите, Андрей. Хорошо, давайте так. Саша проверит тропу. А там мы решим. Хорошо? Хорошо. Валерий Петрович, думаю, это вам будет интересно.
да? Доброй ночи. Доброй. Ты друга нашего помнишь? Которого из них? Который ездил на курорт с бывшими товарищами. Там проигрался в карты. Его не выпускают. А карточный долг, сам знаешь, дороже жизни. Карточный долг? А я тут при чем? Это дело не конторское. Друзей бросать нельзя. Скоро буду. Горючее принесли? Давай. Вы же племянники Абдулы? Да. А где родители? Убили. Давно. Тебе сколько лет? 16. А тебе? 18. 18. Держи. Нет, дядя запрещает. Твой дядя бы гордился тобой. И тобой. Пей. На. Тебя как зовут? Магас. Магас. А тебя? Карим. А меня Кирилл. А это Портос. Ну, Дима. Значит так, парни, идите спать. Оружие у двери не оставлять. Спите с оружием. Вы сильные воины. Жаль, что вас убьют. И нас тоже. Да вы чё? Мы вообще-то на вашей свадьбе собрались гулять. Скажи им, Дим. Будем жить. Спать. Сколько человек было у Абу-Карима? 30. Может, 40. А Нарсула сколько может привезти? Столько же. Человек 30, конечно, Макаров, может, отобьет. А 60 – это вряд ли. Ты что задумал, командир? Они ведь по этой дороге поедут. Тропинка есть, но там бандиты. С Димой не пройдем. Значит, мы остаемся. Это шанс выжить остальным. Мы никуда не уходим. Андрей. Андрей, уведи людей. У меня началось заражение. Я отвлеку духов. Черт. Черт, ты слышишь меня? Андрей, я прошу тебя. Выполни долг. Какой же ты упрямый. Оно! Ты что делаешь? Отдай оружие! Дима! Держи! Держи! Слушай меня! Слушай меня, солдат!
Поверь мне, это не выход, я знаю. Бой надо вести до конца. Мы вместе пришли сюда и вместе уйдем. А нет, значит, Самир нас здесь и похоронит. Но вместе, ты понял меня? Все. Успокойся. Отдыхай. Все хорошо. Все тихо. Что мы здесь делаем, командир? То есть? Ты пришел сюда не за деньгами, не за званием. Мы же не уйдем отсюда. Ты это знал. Жаль будет далеко от дома умирать. Хотя, вот где нам посчастливилось родиться. Где на всю жизнь. До смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Чьи это стихи? Симонов. Хорошие. Только не в тему. Мы не здесь родились. Зато точно здесь, Имрым. Не напрягайся. Я не жалею. Но и ты, командир. Не жалей. Весь наш дух только на тебе и держится. На тебе. Мадина? Зачем ты пришла? Дед сказал, вы не уходите. Почему? Наш командир так решил. А ты тоже военный? Нет. Я моряк. Чего смеешься? Я никогда не видела море, но кажется, ты не похож на моряка. Когда кажется, креститься надо. А, да. Вы же не креститесь, нет? Не обижайся. Ты хороший парень. И все равно, моряк ты или не моряк. С утра ударит. Поговорить хотел? Глупо. Глупо так умирать.
Мы тут ничего не исправим. Ты мужик башковитый. Понимаешь, о чем я думаю. Диму на руках не унести. А здесь я его не брошу. Сань, ты мне присягу не давал. Поэтому прими решение сам. Претензий не будет. Прости, командир. Службы национальной безопасности. Прошу пройти с нами. На каком основании? Основания всегда найдутся. Вы не подскажете номер автобуса? Думаю, не стоит осложнять жизнь себе. Спасибо. Извините, пожалуйста, мне можно пристегнуться? Привычка, знаете ли, после Европы. Ключи от машины. Отошел отсюда. Что это с ним? Парни, там две машины. Человек 40, не больше. Ахмед, ты рванешь заднюю, переднюю выставим под перекрестный. Лучше, чем это, место не найти. Сколько до подхода? Минут 15. Нужно на обочине поставить растяжку. После взрыва они пустятся в рассыпную. А я с большим калибром сяду на камни. Давай, Кость. Джон, you see those bushes? You go there, so you can shoot them from behind. Вов, ты что? Что мы делаем? Гош, Макару одному не отбиться.
Ты же их знаешь. Они с него с живого шкуру снимут. А здесь мы их в тисках быстро зажарим. Ты понимаешь, что нам после этого не жить? Да мне и так не жить. Если я вот так друга своего брошу. Гош, смотри. Решай сам. Хочешь идти, иди. Держать не буду. Слышишь? Ты передай Салиму. Ну, быстро, быстро! Карим, мы попали в засаду. Нурсула мертв. Нас осталось 7 человек, 2 раненых. Карим, в соседней деревне убили наших людей. Они не хотят идти воевать. Что? Собирайтесь. Все собирайтесь. Мы убьем этих собак. О, Валерий Петрович! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас с официальным визитом или частным? Если б я был с официальным визитом, наш разговор носил бы совсем другой характер, гораздо жестче для вас. Я с просьбой. Взгляните. Прошу. Несколько моих друзей приехали к вам в горы отдохнуть. Мне нужно помочь им выбраться отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Что нужно от меня? Вертолет. Кирюх, началось. Как ты? Карен, держи дорогу. Ты к нему, я на крышу. Так Саня же на крыше. Саня больше не с нами. Племянника поставишь здесь, он прикроет. Магаз! Живи. Где они? На той стороне. Все туда. Вперед. Все. Быстро. Всех убить. Быстро. Сюда,
я с вами. Ты куда? Черт! Бежите. Они озверели, всех ребят перебили. Вы трусливые собаки, кого вы испугались? Мы больше туда не пойдем. Кто еще не хочет туда идти? Вперед! Все! Идем в деревню! Берите людей! Убейте этих собак! Вперед! Давайте. Вперед. Быстрее. Эй! Эй, русский! Сдавайся! Обещаю, я тебя быстро убью. Мучаться не будешь. А если нет, заживо кожу сниму. Хочешь, договоримся? Отдай мне мой товар и прими мою веру. Служи мне, я тебе хорошо заплачу. Ну что, мужики, есть желающие поменять работу? Такой шанс спасти свои шкуры? Давай, давай, спасай шкуру! Эй, русский!
деревня у меня в руках! Даю тебе 5 минут! Через 5 минут начну стрелять! Как с патронами, пацаны? Пол рожка. Почти пустой. Ничего, держитесь. Сейчас мы вернем ему товар. Давай уже сдавайся, русский! Эй! Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Нечья! Врагу не сдается наш гордый варяг. Стреляйте в него, собака! Собака! Эй, стреляйте! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! На задний! Откройте, собака! Вас ошкалит! Фарр! Фарр! Информация, что группа наших туристов отправилась на покорение гор в предгорье Тяньшаня. Попала там в засаду боевиков. К сожалению, некоторые из них погибли. И сейчас их тела вывозят в Москву специальным бортом. Что с Валерием Петровичем и Сергеем Леонидовичем? Колесников и Артамонов находились примерно там же, с частным визитом. К сожалению, попали в ДТП с участием местных жителей. Конфликт с властями улажен. Предлагаю, товарищ генерал, вывести их обоих в Москву тем же бортом, если вы не возражаете. Не возражаю. 3 ночи прошло, как будто целую жизнь прожили. Столько жизни положили. Зачем все это? У них есть право на жизнь, Карен. А у нас право на смерть. И это наш выбор.
Возьми. Что это? Я ночью связала. Ты же моряк. Тебе подойдет. Ну что, дедушка, прощайте. Не поминайте лихом. Я вас никогда не забуду, Андрей. И эти люди тоже не забудут. Вы сделали для нас то, чего мы не смогли сделать. Вы дали нам надежду. За это вам спасибо. Спасибо. Не болей, отец. Тебе еще внуков растить. Спасибо. Спасибо. Где Самир? Они забили деньги. Давай, быстро, давай, быстро, быстро, быстро. Подождите, вы забили ваши деньги. Деньги ваши. Забили деньги! Ваши деньги! В итоге государственное управление в данной приграничной провинции полностью восстановлено. Банды боевиков разгромлены. Их связь с коррумпированным чиновничеством полностью разрушена. Главное, что удалось уничтожить верхушку местного подполья и канал поставок наркотиков через границу. Что еще? Макаров потерял 4 человек, но все выполнил. Даже более, чем мы ожидали. 2 вернул. Настало время и нам выполнить перед ним свои обязательства. Что конкретно? Восстановить звание и вернуть в действующие структуры. Если вы не возражаете. Я? Я не возражаю. А вот он, кажется, возражает. Это я его вызвал. Он стоит так уже 15 минут. Слово даю, к нам он не зайдет.
Вы мама Влады? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нее день рождения. Как запах полыни, где даже горы стоят сиротливо, и высыхает плакучая ива. Идем по древним дорогам неволи, чтобы кого-то избавить от боли. Но по ночам видим небо в алмазах и в скорбных трещинах белую твердь, где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Где ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Опять плывут миражом караваны, везя смертельные дозы дурмана. И кто-то греет нечистые руки на чьей-то жизни на вечной разлуке. И кто-то снова решает за Бога, куда направится наша дорога. И для кого вспыхнет небо в алмазах, и кто в сырую отправится твердь. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть. Но ради жизни без всяких приказов мы у врага вырвем право на смерть.